В Украине после изнуряющей жары похолодало, наконец-то. В нескольких областях пошли дожди, а в Херсонской и Николаевской даже пронесся ураган. В Лазурном сильный порыв ветра опрокинул грузовик, в кабине которого были двое детей. С травмами их доставили в больницу. Женщина, которая стояла неподалеку, погибла. На Прикарпатье шквальный ветер валил деревья. В нескольких населенных пунктах заблокированы дороги. А в Черновцах залило городской парк. Впрочем, реки вместо дорог – это обычное явление для этого города. Засоренные ливневки не справляются с потоком воды. Очистить их чиновники обещают после каждого ливня, но так ничего и не делают.